Здравствуйте, все, кто смотрит это видео. Меня зовут Алиса, и сегодня у нас с вами еще одна распаковка от Dior. На этот раз новинка 2024 года. Мисс Dior. Уже не помню, в какой раз, сбилась со счета, вышел очередной фланкер аромата Мисс Dior. На этот раз в его создании приняли участие новый штатный парфюмер дома Dior Франсис Кюрбджиан и не менее прославленный Франсуа Демаши. Обращаю сразу внимание, как хорошо и плотно натянута слюда. Если вы смотрели прошлую распаковку аромата Comet от Chanel, то там так красиво слюда не натянута. Итак, это духи 50 мл. Покупала я их в магазине Macy's. Полную стоимость вместе с налогом вы сейчас видите где-нибудь на экране. Здесь у нас на упаковке наклейка бумажная с логотипом. Серебряные буквы, выпуклые. Открываем. Коробка бледно-бледно-бледно-розового цвета. То есть она нет, она не белая. На боковых сторонах знаменитые куриные лапки. В остальном... А, и сверху тоже. И сверху. А вот задние и передние части, они гладкие. Здесь Dior. Серебряная надпись выпуклая. Внизу вапоризатор спрей. Надпись не окрашенная, тесненная и выпуклые буквы Miss Dior и Parfum. На рельефной серебряной сеточке. Так, на дне коробки мы видим все выходные данные. И бач-код 3M02. Открываем. Чего же приятно держать флаконы Dior в руках. Ну, давайте сперва посмотрим коробку. Все внутри такого же бледно-розового цвета. Вкладыш. Внутри у коробки все тоже розовое. Ну, ничего особенного. Ну, картон плотный достаточно. Флакончик. Флакончик. Просто игрушечка. Перламутровая белая наклейка спереди. Надписи Miss Dior и Parfum. Черная эмаль, выпуклая. Бантик серебряный. Сбоку рифление. Куриные лапки. И на дне то же самое. Жидкость розового цвета, крышка, белый пластик, сверху логотип тесненный. Так, плотно, а, бантик крышки приделан. Хорошо, так, ленточка здесь тоже из той же ткани, что и бантик. Крышка такая легенькая, хлебковатая. Трубочка внутри. Если бы не пузырек воздуха, я бы ее не заметила. Изнутри надпись. Сделано во Франции. Парфам Кристиан Диор. Дальше адрес. Веб-сайт и объем 50 мл. То есть надпись изнутри должна быть хорошо видна. Бач-код-то я не сразу и разглядела на флаконе. Он на задней стороне, внизу, посередине, лазером. 3М02. Так, вот он высветился.
распылитель белый металл, сам пульверизатор белый пластик, сверху логотип. Снимем. Оп. Внутри все белое. И белая же трубочка сверху. Ставим на место. На дне флакона, кроме рисунка, нет ничего. Все это, естественно, рельефное. Ну, распыляем, распыляем. Раз. Два. Ну, это мисс Диор. Он, конечно, узнаваемый. Ну, что-то в нем появилось новое, то ли земляничная нота. Прелесть. Ой, с самого начала нравится. Это хороший знак. Ну что ж, мне кажется, мисс Диор — это тот аромат, который не нравится, просто не может. По умолчанию. Не могу молчать, друзья мои. Хочу забежать вперед, прежде чем будет полноценный обзор. Если вы соскучились по мисс Диор Шери, которая была и в 2005 году, и потом перевыпущена в 2011, то, может быть, этот парфюм вас утешит. Конечно, это не 100% сходство, времена изменились, и сырье сейчас многое запрещено из того времени. Но действительно здесь есть много клубники, много клубничных леденцов, некая карамельность такая, пачули очень мягкие, и все это красиво сочетается с цветами и фруктами, с розой, с мандаринами. Отличный парфюм, такой мягкий, сладкий, стойкий и очень шлейфовый. Вот такой аромат мы с вами сегодня распаковали, друзья мои. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обзор выйдет совсем скоро. Я думаю, он будет у меня в подборке клубничных ароматов, потому что он действительно пахнет земляникой. Прелесть. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на все мои соцсети. Ссылку на магазин Macy's, где я купила этот аромат, оставлю в описании, а также оформлю интерактивную кликабельную иконку с изображением парфюма, если вы купите, мне капнет небольшая комиссия. Большое спасибо еще раз, и до следующего видео. Пока!